Эй, друзья, «Желтая пианино» приехала на новую сцену Александринского театра. Как здорово! Мы очень рады тому, что сейчас проект приглашает в гости такие организации, как филармония имени Шостаковича, как Александринский театр. И мы не намерены останавливаться. Проекту сейчас уже 2,5 года. Он развивается семимильными шагами. И я бы очень хотела поблагодарить всех, кто помогает «Желтому пианино», тех, кто дружит с «Желтым пианино» в социальных сетях и в реальной жизни. Не за горами грандиозные свершения и большие интересные путешествия. Давайте будем на связи, давайте будем дружить. Будь в музыке. Всем пока.